Всемирные игры кочевников продолжаются. На данный момент Казахстан лидирует в общекомандном медальном зачете. В активе нашей сборной 19 медалей. 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. На втором месте по медалям Кыргызстан, на третьем Туркменистан. Напомним, Всемирные игры кочевников стартовали 2 сентября в Кыргызстане. В них принимают участие 80 стран мира, в том числе и те, которые не являются традиционно кочевыми. В программе игр 37 видов спорта, в том числе стрельба из лука на скаку, соколиная охота, скачки, кокпар и другие игры намадов. Среди участников заявлены и женщины. Всего разыгрывается 594 комплекта медалей. 174 золота, 173 серебра, 247 бронзы. Призовой фонд 136,5 миллионов тенге.